Что у нас есть? Про осень. Про осень? Ха, да, кстати, самая актуальная песня у нас есть про осень, действительно. Но будем ее, нет? Может, все-таки про лето? Лето. Можно про осень как-то рановато. Чей? Точно. Выключи его, Валя, совсем. Мы не можем говорить. Абонент вне зоны действия сети. Он на сцене, простите. Была бы такая услуга. Я на сцене. Раз так, все. Так, песня «По песочку босиком». Собственно, раздевайтесь. Собственно, это у вас и происходит сейчас, буквально. Так. Руки водицы на брать сродника.
спасибо, друзья. Спасибо за этот теплый вечер рядом с вами. Спасибо. Благодарим всех, кто сегодня пел с этой сцены. Вас благодарим. Напоминаем, что столик с дисками бардов существует. Есть, подходите, спрашивайте. И у нас еще осталось 5 минут. Мы хотим сейчас эксперимент такой небольшой провести. У меня сильно такой был посаженный голос, но вроде он уже более-менее восстановился. Поэтому мы сейчас попробуем спеть вместе песню, вместе с вами песню «Хоровода Руси». Чтобы вы еще могли поводить хороводы. А потом, если у вас есть желание, можно уже под гармошку сделать такую вечерочку. Только вы сами будете все заводить. Согласны? На гармошку согласны? Ну хорошо, тогда да. Просто он поиграет, гармонист пришел, надо просто, чтобы кто-то позаводил там хороводы, танцы. Да. А да, если кто есть, кто хочет подпеть барды, так да, давайте. Друзья, на сцену просим. А то мы тут вдвоем Давай. Пока. Давай, нормально? Я... Ага. А ты рассказывай. А я рассказывать буду и чуть-чуть петь. Еще? Есть еще время или нет? А я не знаю. Еще.
Еще? А еще? Ну тогда давайте по традиции два раза в день чашу. Да? Ну, в смысле, один раз, или вы что-то побыстрее хотите? Еще. Часть нашей сегодняшней программы. У нас еще есть гармонист, он сейчас достанет свою гармошку. Пожалуйста, кто хочет, может еще поучаствовать в вечерках для разогрева. Всем спасибо, всем доброго сна, отдыха. А что? А, стульчик, да? Ну, до завтра. Завтра встречаемся, как обычно, оздоровительные зарядки, собрания фестиваля. Все будет хорошо и тепло, главное.